Всех приветствую, с вами Валерий Хаус, и это «Зло внутри». Ну что, двигаемся дальше. С прошлого эпизода узнали, что... Почему Рувик... сошел с ума окончательно. Потому что у него погибла... сестра, да, она сгорела. Смотрим дальше, что нам покажут интересного. О-о-о. Что за звуки? Так глубоко. Рубин, сколько ты убил? Рубин? Он хотел сказать Рувик. Неважно. Они получили не меньше, чем отдали. Кроме того, они служили высшей цели, помогали моим исследованиям. Нет, это были не просто исследования. В газетах писали, как ты обошелся с этими людьми. И эти ловушки. Эти крысы. Эти микробы. Я могу поступить с ними, как мне заблагорассудится. Но ты прав. Это не просто исследование. Я почти добился идеального результата. Это чудовищно. Такова моя воля. Итак, очередной эпизод у нас называется «Инструмент мастера». Так, давайте почитаем. Записка из подвала особняка. У меня отняли детей. Может, это судьба? Может, он что-то натворил? Нет, только не мой идеальный сын. Все из-за этого пожара. Он все погубил, все отнял. Мои дети уже не те. И Эрнеста тоже. Он сказал, что заботится о них. Что они в безопасности. А теперь говорит, что их больше нет. Этого не может быть. Я мать, я бы знала. Я до сих пор слышу голос моего милого мальчика. Его смех. И всегда из подвала. Так продолжаться не может. Мать должна быть со своими детьми. Похоже, отец прятал Рувика в подвале от матери. Ну зачем? Непонятно. Так, давайте-ка зайдем сюда. Чтобы прокачаться я не буду, но посмотрим, есть ли что-нибудь здесь. Здесь ничего нету, похоже. Так, здесь тоже пусто. Так, вижу патроны. Отлично. Что-то мне эти звуки настораживают. О! Блин, а как туда попасть-то? Там такая баночка смачная лежит. Снова манекены эти. Фу, господи. Все заперто. Туда бы как-нибудь попасть. Нет, не откроется, ничего. Не сломается. Жаль. You
контрольная точка. Так, вижу мину, давайте обезвредим. Воу, воу, воу. Черт, надо найти укрытие. Ничего себе. Отлично. Так, заработала карусель. О! Гори. Так, что у нас тут? Давайте-ка возьмем снайперскую. Где этот? Где ты там? О, вижу. Попал, козел. Труп. Так, еще патроны для снайперской. Лестница. О. Ох ты, нифига себе. Ну-ка, держи. Так, так, так. Где у нас тут разрывной болт, криоболт? Так вот. Так, этих максимум.
Аккумулятор. Этот большой портативный аккумулятор позволяет обеспечивать оборудование электроэнергией в экстренных случаях. Я так понимаю, у нас как раз такой случай. Теперь нужно найти, куда его уоткнуть. Так, давайте-ка. Оп, разобьем. Перезарядочка. Так, что там еще? А, бутылка. Да козёл! Держи. Что, надо тогда спускаться? Здесь больше ничего нету, да, походу? Получается. Так, давайте-ка. Так вот. Но... Здорово. Так, топорик. Отлично. Аккуратненько. Ха-ха. Ох ты, нифига, смотрите, какой умный-то, а? Держи. Еще баночка. Так. Ух ты! Ух ты! Как он резко встал-то. Ну-ка, давай-ка сюда. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Отлично.
Так, еще где-то рычит. Держи. Отлично, дверьки открылись. Так, гарпуны. Что у нас там? Один можно взять, да? Что, все, да, получается? Больше нет ничего. Отлично. Местечко пройдено. Пятьсот очков. Патроны. Фрагмент карты. Это... Что за? Очуметь, там какая-то херня ходит. Снова кровь, море крови, море трупов. Так, спички. Отлично, ключик взяли, успели. Баночку, правда, не успели, но ладно. Зато ключик взяли. Какие-то механизмы тут все. Кругом. Соточка. Давайте-ка. Давайте-ка примем. На всякий пожарный. Никогда. Ну, а тогда нам остается сюда.
Ах ты, козёл, увидел меня. Держи. О, тут не один. Ух ты, у него пушка. Давай, давай. А-а-а, тварь. Гори. Ну, давай. Гори. Я не понял. Какого лешая? Гори. Че она не сгорела-то? Вроде поджог рядом с ней. Кто-то еще где-то хрипит. О. Ну давай-ка. Жесть, что это было сейчас? Ё-моё, а? Блин. Блин, блинский. Ладно, бывает. Ёп. Наставили тут. Так, еще один аккумулятор. Куда его пихать только? Спички. Отлично. Что такое? Свет какой-то красный стал. Что за звуки-то? Так. Куда двигаться? Еще патроны. Контрольная точка. Растяжка.
О-о-о. И музыка заиграла такая прям напряженная. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Воу. Гори. Да ладно. О-о-о. Вот это жесть. Так. Ты где? Ну-ка, дядька. А, промазал. Держи еще один. Еще живой. Давай, лечись. Ты где? Yes. Три тысячи. А музыка так не прекращается. Так. Давайте-ка на всякий случай сделаем. Так, болт вспышка. Гарпун разрывных. Угу. Электроболт. Так. О! Немножко напугало меня даже. Так.
Ключик. Все, она не будет работать. Кого-то раздавило. Жесть, короче. Патроны. Что у нас пусто? Что это за место? Действительно. Так, еще один фрагмент взяли. Так, отлично. Блин. Да чтоб тебя. Ух ты! Дядька. Их целых два. Офигеть. Дядьки. Держите. Воу-воу-воу-воу-воу. Отвали, отвали. Черт. Жесть, 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 жесть. А-а-а. Вам плевать, что ли, на них? Отвали. Давай, 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 давай. Снайперка. Блин, патронов вообще нет. Так, чё, один труп? Еее. О.
Отлично. О. Друзья, это было жесть. Это была напряженка, реально. Так, три. Здесь три тоже, да? Отлично. Целая. Музыка так и не стихает, блин. Так, я не удивлюсь, если сейчас еще кто-нибудь вылезет. Пока я кручу. Так, опустится, нет? О, да ладно, мы пришли. Отлично. О, тебя только не хватало. Так. Да ну нафиг, Лаура. Я ж тебя зафигачил. Ой, как мне это не нравится, ой, как не нравится. Все, что у меня есть, все, что является частью меня, все это после несчастного случая отняли у меня те, кто хочет меня поглотить. Там, во тьме, где меня утешали только фантомы, созданные моим воображением, я едва не потерял себя. Но вдруг я увидел ее. В глубине души я знал, что она всего лишь призрак. Но мне хотелось вернуть свое лицо, вернуть все, что отнято у меня. Вернуть ее, мою дорогую сестру Лауру. О боже. Что, друзья, сейчас самое время, значит, тогда вернуться в больничку. Так, 27 февраля 2012 года. Я видел, как умирают друзья и коллеги. Это часть моей работы. И это всегда тяжело, но смерть собственного ребенка гораздо более страшный удар. Я готов миллион раз умереть, лишь бы спасти ее, но не могу.
Когда маленький гроб опускали в могилу, я чувствовал себя таким беспомощным. Эта боль невыносима. Я знаю, что не должен пить, но в последние недели только алкоголь помогает не заснуть. Майра меня пугает. Первый шок у нее прошел, но смерть дочери она переживает необычно. Не хочет никого видеть, сидит по ночам одна. Говорит, что работа помогает ей забыть о трагедии. Но мне кажется, что она отгораживается от мира. Я знаю, что бывает с парами, которые потеряли ребенка, и надеюсь, что нам хватит сил этого избежать. Как же все это жестоко, а? Так. Нет, ничего, да? Так, в моей палате тут ничего не появилось. Вы что-то забыли? Так. Патрик пропал. Патрик Хиггинс, адвокат семьи Викториана. Последний раз его видели с неизвестным мужчиной, вероятно, клиентом. Новая пресса. Сгорел дом офицера полиции. Среди жертв пожара маленькая девочка. В сгоревшей доме обнаружены тела Лили Кастеланос, 5 лет, и няни Хуаниты Флорес, 56 лет. Родители девочки служат в полиции Кримсон Сити, и когда начался пожар, они находились на дежурстве. Полиция проверяет возможность поджога. Что вы все напоминаете-то? Нашему Себу и так тяжело. А они все напоминают и напоминают. Да? Ну что, друзья, у нас есть ключики, да? Давайте-ка откроем. Так, заберем патроны. Тут патроны. Это так. Отлично. Что еще у нас тут? Гарпуны. И два ключика есть. Давайте-ка, допустим, это. Замораживающий. Ладно, пускай будет. Отлично, баночка. 5000. Так, ну прокачиваться я пока не буду, да? Еще поэкономим. Чтобы в следующий раз сделать из Себастьяна универсального солдата. Так, и что я думаю? Давайте-ка, две аптечки, давайте-ка используем аптечку. Кстати, такими аптечками еще ни разу не пользовались. Приход такой у него жесткий. Так. Мы отсюда пришли, да? О боже! Лаура! И
Ребята, это будет сейчас жесть, если надо будет с ней сражаться. Так, лифт не работает. Где-то надо будет добывать огонь. Раз она огня боится. Ой, да ну нафиг. Давай, давай, быстрей. Быстрей, быстрей. Боже, боже, боже. Давай, 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 давай. Жесть. О, черт. Блин. Отвали. Офигеть. Так, что-то было, да? Спички. Че, будем спичками ее поджигать? Так, вот и лифт. Ну и... Отлично. О май гад. Лаура. Черт. Что делать-то? Что делать? А, она закрылась, что ли? Воу, воу, воу. Ну-ка, ты где? Гори, тварь. Валим, валим, пока она там горит. Где? Отлично.
А, черт. А, сам попался на огонь, нет. Во. Так, давайте-ка ее как-нибудь притормозим, не? Черт. Так, давайте-ка. Ну где ты? А-а-а! А, гори. Есть. Бежим, бежим. Твою мать. Фу. Жесть, жесть, жесть. Эта тварь здесь. Так. Получай. Еще. Гори, тварь. Фак, фак, фак. Нет, не сгорела, тварь. Ну давай сюда иди. Чай. Так. Беги, беги, беги. А-а-а. Ну как же так-то? Ё-моё. Так. Блин. Отлично.
Застрял, блин. Давай, 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 давай. О! Да что ж делать-то, ё-моё? Yes. Бежим, бежим, бежим. Варещи, но. Да кем ты себя возобнил? Я знаю, кто ты такой, Сэб. Я знаю, чего ты ждешь, чего боишься. Сможешь ли ты жить дальше, зная о том, что я заставлю тебя сделать? Бедняжка Джозеф не смог. Жаль, что они втянули тебя в это дело. Но в любом случае, теперь... Я могу сделать с тобой все, что захочу. Так, это было жестко, короче. Остались одни руки от нее. Так. Давайте-ка посмотрим, что мы можем сделать. Криоболт. Вспышка есть, это есть. Два взрывных. Куда еще ниже-то спускаться? Да ладно. Черт, я снова здесь. Двадцатый фрагмент карты. Так, двери заперты. Снова эта комната. Док. Что это вы творите, черт побери? Пытаюсь спасти нас. Серьезно? А мне кажется, что вы делаете еще одного монстра. Детектив, у меня нет на это времени. У меня тоже. Лесли был здесь. И вернулся.
Он вступил в контакт с Рувиком, но выжил. Насколько я понимаю, другим пациентам это не удалось. Чудесно. И при чем тут все это? Он наш путь к спасению, детектив. Причем единственный. Этот звук. Нет, все сработало. О, слава богу, сработало. Лесли, ты в порядке? Как же так? Почему не? Ведь должно было. Вот как. Вот почему. Доктор, бегите. Он хочет того же, что и мы. Он хочет выбраться. Так, опять куда-то нас выкинули, блин. Эй, я знаю, что ты там. Да послушай же меня. Ну давай. Наверное, сейчас Рувик просто в ярости. Сломал терминал STEM. Никогда не думал, что дойдет до этого. Что за STEM? Наверное, он уже на грани, раз решил порвать все связи с прошлым. У него осталась только связь с настоящим STEM в больнице. Больница? Психиатрический больница Маяк? Он там. Ждет его. Если этот кто-то не доберется туда первым, выбраться не сможет никто. Чё, какие-то загадками все говорят. Говорят, вон. От вас пахнет кровью? Да тут не только кровью пахнет. Так, свежая газета, да? Раскрыто нарушение в работе психбольницы. В ходе внутреннего расследования, проведенного в психиатрической больнице «Маяк», выявлено исчезновение нескольких пациентов. Глава администрации больницы Марсело Хименес утверждает, что это просто канцелярская ошибка. Марсело. Пропал доктор Марсело Хименес, главный администрации психиатрической больницы «Маяк». Последний раз его видели в своем кабинете, откуда он сделал ряд телефонных звонков. Так, что у нас? У нас там ключики-то есть? Нету, не помню. Ноль ключей. Так. И ничего взять нельзя, да? Ну и ладно. Возвращаемся.
болт. О, черт. Как же он огромный-то. Патрончики. Что еще? Спички. О! Куда он так рванул-то? Да ну нафиг. Не делай так больше. Так, пришли на парковку. Да ладно, еще и с ним. Проклятие. Пипец, что-то босс за боссом. Жесть, жесть, еще раз жесть. Уже. Ох ты! Как он может? Давай, 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 беги, беги. Ай-яй-яй-яй. Ну что ты? Давай ты. Снайперская. Точняк. На, получай. Держи. О! Ох, ты поймал меня. Ну, хоть не так сильно жизни не потратил. Ну где это там? Воу! Держи. Воу! Давай, давай, давай. Так. Блин, у нас... Разрывной... О, можно разрывной сделать один. Здорово.
где-то там. Давай, вставай. Фу. Так, снайперская. Три. Воу. Да ну нафиг. Беги, 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 беги. Жесть, короче. Блин. Беги. Хватит перезаряжать, давай, беги. Это было вообще, ребята, серия жесть. Так, собираем все ништяки. По-бырому. Так, здесь все. Есть что? Ух, 20 000, офигеть! Круто был. Все, похоже, все, да? Давайте. Вот и все, друзья. Эпизод пройден. Всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.